Чтобы все лето собирать урожай смородины, надо посадить кусты трех сортов – раннего, среднего и позднего сроков созревания. Но не у всех садоводов площадь участка позволяет это сделать. Вот тогда нам на помощь приходят хитрые приемы садоводства. Приготовим посадочное место. В выкопанную яму вносим перегной. Добавляем удобрение. Все тщательно перемешиваем. А теперь хитрость. Сажаем два куста смородины, например, ранние и позднеспелые, в одну яму. Благодаря этому приему лакомиться ягодами вы сможете гораздо дольше.